Решили посмотреть, сколько снега. А снега в горах у нас еще дофига. То есть вот я так иду. Не знаю, видно, нет. Короче, капец. Снега много. Короче, топаем тут на полянку, хотели посмотреть. А реально провалился, вот не видно. Ну полностью, короче. Топора тут тащу. Капец. Осталось 50 метров, дойти не могу. Мы дошли. Это какой-то капец. Тут снега. 200 метров. Мы еле дошагали. О! Ух ты! Ребята, смотрите, что у нас тут в уральских лесах творится. Вот так вот. Видите? Жертвоприношение. Саня, иди с этой стороны зубы сними. Ага. Вот что значит зубы не чистить на ночь. И с утра. Посмотрите, пожалуйста, вот с этой стороны. Это вам будет и карий, и карий. И вот да, был карий у зайчика. Эти. А вот, наверное, чем поймали. Ну, типа того. Ага. Белок или как. А, странное дело. Что тут творится, блин? А вот такой вид отсюда. Сейчас покажу. Вы уж извините, что все трясется. У меня само все трясется. Я пару раз думал, что в берлогу провалился. Да, это уренька наша. Это Серега. Он сегодня УАЗик на себе тащил. Да, да. У нас сегодня какое число, Серега? 13 апреля. Да, Гагарин полетел в космос. Мы сегодня поехали в космос. Ага, в космос. Мы думали, снега нет. А его, ну... Врать не буду, но сантиметров 70 есть. Саня, все по порядку не снимай. Ты снял зайчик. Ага. Его повесим потом сюда. Да, тут у нас такие дела творятся. Вот. Сейчас покажу. Кошмары, короче, на улице вязаны. Ну как, я не могу, Серега, прыгать через... Я боюсь. Потом мы умыкнули. Да. Какие зубы там. Да. Вот, съел зайчика, и его потом кто-то съел. Главное, чтобы нас тут никто не сажал. Смотрите, брусника, да? Зеленая. Зеленая, Серега, может, ягодки найдем? А там клюква. А, какой брусник? Это, по-моему, это черника? Нет, это же это. Голубика. Да, ну, так, не знаю. Место, все. Не были, тем более. Да, мы здесь первый раз, Серега. Мы хотели сюда зимой проехать. И только сейчас поняли, что да, это была глупая затея. Там уже в Челябинске травка зеленая, блин, а здесь снега по самый дорожный просвет. Да. Вот у Сереги-то нормальный дорожный просвет. А я по его колее не могу идти, короче, цепляюсь картером. Это вообще капец какой-то. Усиленный картер. Слушай, не знаю, усиленный нет, тогда приду домой, проверю, как там с картером дела. Да, 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 да. Деревушка. Не знаю. Объектив этот слабенький. Ну, да еще туман вот какой-то, видишь, дымка. Да, у нас сегодня обещали очень плохую погоду. Да, кстати, сегодня этот Челябинский, вот этих МИАС, вот этих Златоуст промышленных центрах неблагоприятные метеоусловия. НМУ какой-то там, блядь, ой, блин, третий там уровень, ну какой-то серьезный уровень. До понедельника. Ой, до субботы, до воскресенья. Не, ну я сначала глянул, когда туда. Меня это, как бы сказать-то, немножко не по себе стало. Мы даже на Дятлова такого не видели. Не говори. А вот здесь Курум лежал, смотри-ка. Вот его реально тащило. Да, вот. А кто вниз? Кто не видел, что такое Курумник? Да, речечки каменные. Это... Ой, бля.
О, нет, падать туда неохота. Короче, вот это вот камешки. Колонку не взяли. Вот это вот каменная речка. Это ледник таял и размалывал горы, короче, тащил вниз вот это все. Перемалывал. Ох, грохот, наверное, стоял, да? Да не говори, Саня. Земля трясла. Не зря мы долбили. Даже вот ради жизни-то все равно. Давай такой бесфилософский посуждение. Серега, ну у нас теперь у нас будет философский канал. Мы же уже внедорожников не снимаем совсем. Да, кстати, сейчас скажу. О, здорово. Мы пришли, короче, посидеть. У меня телефон заговорился. Саня, ты что это? Сам включился. Так он тебя записал тебе, что ли? Ты шел? А, ты ну, на телефон? Короче, телефон все записал, все отослал в интернет. Что-то там написал сам. Странные места тут заколдовано все. Ну, видели же, что творится. Мне там пишет народ. Обычно здесь люди висят вот так. Почему мы видео не выкладываем? Да? Сегодня зайчик просто, сегодня день такой. Что там выкладывать? Все одно и то же. Лес, снег. Вот, что там в снегу вот снимать на самом деле? Едет туда-сюда, туда. Если бы он ехал нормально, он едет же нормально. Он дергается взад-вперед, взад-вперед. Поставил 40-е колеса. Должен ехать, катиться там, не смотришь говори, на природу. Не нет, говори. Туда-сюда, должны туда-сюда. Да что такое? Да. Невозможно вообще. Вот ты, вот так вот. Что там смотреть? А сегодня туда-сюда мне уже сегодня это. Это туда-сюда уже. Вот. Есть, конечно, у нас видео там отснятое. Ну, интересно есть. Но я его не монтирую, потому что я стал ленивый. Там за горой, вон вышка, это уже затолкнуло. Да. Потому что я стал ленивый, обленился совсем. Саня шутит, ему спонсоры перестали бабки закидывать. Ему закидывали по 1000 долларов за каждое кино. Так что за Дятлова он 3 получил. Так что все тайны раскрыты. Серега, мы сюда для чего пришли? Да, кстати, это у нас... Давай это, похвастаемся. Что у тебя, ты с собой взял же? Я вот взял с собой. Конечно. Не зайчика же мы будем кушать, правильно? Конечно. Сушеного. Мы это вот взяли вот такую штуку с собой. Да. Фольгу выбрасывать не будем, с собой заберем. Конечно, мы ее сдадим. Это же алюминий. Хобана. Шаурмень. Серега, чайку-то налей. Волшебство. Так. Внимание. Это вам не внедорожники, блин, снимать. Вещь. Особенно, когда набегаешься так, за Серегой. Он же меня высаживает из машины. Говорит, ты тяжелый. Да. Высадил меня и едет сам там в удовольствие свое, а я за ним. Пешком, то есть всю дорогу пешком прошел. Кто подышал свежим воздухом? Ну да, насытился кислородом. Очень красиво здесь. Вот камера не передаст, к сожалению. Для этой красоты. Даже не холодно, да? Нет, не холодно. Ветерок вроде, ну просто так. Не холодно, нет. Хорошо. Холодно будет через 2 дня. А вон там видно ремень. Где? Ну вон ремень же. Вот это? Вон. Да? Конечно. Ну, что, близко? Да. Саня, а может ты Нургуш, ты путаешь? Ремель дальше. Нургуш получается, вон Нургуш за Уренькой. За Уренькой. У него нет. Его не видно. Не знаю, буду это Серегу пустить. А что ты? Просто еще нальем. Сейчас мы поставим здесь палатку. И все. Пошли все к чертовой матери со своими работами, да? Надоели. Хороший денек.
Самое главное, солнечно, дождя нет, да, снега нет. Вот сейчас... Да, тут бывает так, что это высоко же какое-нибудь облачко зацепится за гору, и все это здесь высыпается там в виде мерзких осадков. Ладно, зимой там снег идет, да, там или летом там дождик, да, ну не очень приятно, но все равно. А если сейчас что-нибудь там какой-нибудь, не знаю, что там, там все вместе будет. Да. Снег, дождь, блин, и град. Это точно. И туман еще. Синий. Нормально, нормально отвечаю. Божественный. Мы сейчас еще подойдем к УАЗику и снимем его. Он еще живой. Кстати, с 1 июня, да? Ну да. Новый регламент там. Нельзя будет ездить вообще. Ну что-то такое, Медведев подписал же что-то, да? Но у нас же есть, блин, Дима. Он же все знает, блин. Сами это опасно вообще выкладывать. Да пошли они все. Дима у нас все знает, за всех решает. Нельзя ездить, да, на внедорожниках. Но не знаю там, на чем можно. Range Rover купим с тобой сегодня. На внедорожниках можно, Саня. Кредит возьмем. Технический регламент нельзя переделывать просто так. Вносить изменения. Да понятно. Конструкцию. Но это же пока ты не внесешь изменения, он не едет. Ну да. Не, ну это все относительно. Он едет там, где приора не едет. Стандартный УАЗик. Едет. Уже внедорожник, все. Сюда он не проедет. Сегодня. Летом проедет. Стандартно. Вот летом что отъехать? Там где-то полотенка, если даже где-то колея фигня. Летом стандартно проедет сюда, нифиг делать. Ой, хорошо. У этой горки, кстати, нет названия. 900 метров и все. Никто ей не дал имени. Надо, Серега, имя придумать. Ну, 900, наверное, там подальше, сзади. Хотя нет, в принципе. Ну, здесь вот чуть-чуть ниже. 200 метров до вершины. Ну как вершина, она такая плоская. Так, ну ладно. Вообще говорил этот самый, Женя говорил 911 метров. Почему-то я так запомнил. Или 910. Я потом посмотрю по навигатору, сколько там было. По-моему, 900. Красиво. Вообще кайф. Сейчас солнышко будет садиться, вообще красота будет. Саня, ну это нужно ждать еще прилично, оно вон где. Серега, ну, час как минимум. Пока палатку поставим. А, что, забыл? Да. Пока палатку не поставим, у меня ноги посинеют до сих пор, как этого цвета будут. Это вот так вот люди готовятся, да? Испарина аж идет, ну, испаряться. В горы поехали. Блин. Как, блин, Саня, у меня штаны лыжные. Вот лыжные штаны лежат. В чем на балет ходишь, потом и полез в горы. Не говори, блин, штаны ничего не одел, я их вожу с тобой, блин, как раз для такого случая. Баран, блин, да? Серега, ты эротику решил снять? Задницу руками снимать. Не, Серега, у нас новый формат. Да, нафиг такие форматы. Там контингент подписчики другие будут. Нам такие не нужны. Понравилось, нет? Их блокировки не будут волновать. Их только задний мозг будет волновать. Ну вот что хотите, ребята, думайте, все костями завалено. Вот еще. Вот еще раз покажу то место, куда мы приехали. Вот эта горка, вот этот каменный выступ останется, не останется, даже не знаю, как его назвать. Здесь какое-то оккультное действие кто-то производил. Спилили все деревья, хитрым образом они тут положены. Не знаю, специально, не специально. Куча костей всяких висит, лежит. Вон, видите, там черепушечки. Костей вообще много. Все завалено костьми.
Видите, много, короче, костей. Там вон кости, вон зверушки всякие висят. В общем, темное дело, что здесь творилось. Шерсть валяется. Вон Серега уже сваливает, оставил меня одного. Пойду-ка я отсюда домой, пожалуй. Видишь, на ходу отремонтировал, блядь. Ну что? Все. Поехали мы обратно. Все. Сейчас вниз спускаться. Должно быть полегче. Но тоже не по своим следам. Вроде вниз вон получше идет. Ладно, ребята, давайте пока. Вот такое странное видео у нас получилось. Вон уже закат. О! Вот снежок. Здесь вот немножко поменьше. Или он утрамбовывается так получше. Все надо фига. Короче, мы два алабая, самых настоящих алабая. Мы порвали передний мост, встали в такой жопе, вот не видно просто, тут как бы ночь. Вот, и кругом вода, а впереди такой хороший подъем, колеи. Все, снег, лед. Ну так, самое то, что надо. То, что хотели, то и получили. Ехали, смеялись там, блин. Да смеялись. Сейчас попытаемся спустить полностью задние колеса. Вообще в ноль. И как-нибудь двигаться. Там в переднем мосту что-то хрустит. Непонятно, что сломалось. А еще мало того, что мы не два алабая, мы два алабая в квадрате. Мы еще без инструмента, безо всего. То есть даже передний мост не сможем отключить так, чтобы полоси не вращались. Так-то можно было снять заглушки, и все нормально было бы. А не можем, пальцами не открутим. В общем, сейчас два алабая либо будут спать здесь в лесу, блин, а мы даже позвонить не можем. Телефон тут не берет, а подниматься неохота. По лесу, потому что вдруг там мишки. А если мишки, то они голодные. Вот так вот. Но зато мы хорошо отдохнули. Завтра уже захочется на работу, я так чувствую. В тепло. Вот так вот. Ладно, что дальше будет, еще расскажу.